тебе показалось. Позывной флеш. Я уроженец Харькова, всю жизнь прожил в Харькове. Сейчас мы находимся в районе Бахмута. Ну, бои там продолжаются в течение года. Ну, как бы бои в течение года никогда не прекращались. Но обстановка, я так думаю, контролируемая. Там, если бы она была неконтролируемая, там бы уже давно зашли российские войска, потому что это для них стратегическая точка, там, ну, хорошие высоты. Я думаю, это у них как бы политическая задача, как бы стратегическое значение для российских войск, этот район ничего не имеет, но Путину надо какой-то результат показать для своих избирателей, потому что у него выборы в следующем году, и выборы в Государственную Думу начинаются осенью. То есть там подготовительный этап идет уже где-то за полгода. Вы давно на фронте находитесь? Я с 8... Когда приехали на фронте? Когда начался? Ну, я доброволец, как бы предприниматель всю жизнь. Была возможность уехать в Швейцарию, короче, но так как я в Харьков, подошел к Харькову, я просто, ну, патриот очень большой своего города, ну, как бы, ну, моя родина — это Харьков. И вы воевали в Харькове тоже? Да. В Харьковском направлении? Да, мы первое ТРО, которое вышло на первую, на административную границу украинскую, в мае мы вышли с другим батом, мы вышли на административные границы Украины и России. Это было, ну, мы поставили там столбик еще в мае. Там точка горячая, ну все будет под контролем. Контролирует нас, ну то есть контролирует точку Украина. Все будет Украина. Слава Украине. Городской бой. По-разному. Ну, уличный бой, это из-за угла до угла стрелять. Как? Ну, конечно. Вы готовитесь, мам? Готовимся в Бахмут заходить. Ну, я думаю, там очень горячо, достаточно. Посмотрим, что будет. Будем дивиться по обстоятельствам. Настроение, на боевое настроение, сюда с другим настроением бессмысленно приезжать. Это, ну, не, именно так оно и есть. Очень горячее место. Ну, приблизительно, да. Настраиваемся, будем пытаться сделать все, что возможно, все, что невозможно. С начала апреля 2022. Находимся на Донбассе, собираемся ехать в Бахмут. Ну, мужики, все будет Украина. Слава Украине, героям слава. А что ты так агитируешь? Я не агитирую. Валя. А ну с командиром ёбни нас, друган. Алёша. Можно? Не, я не. Да? Тут 7 или 8? 7 или 8?